В Ичалковском суде вынесли приговор 70-летнему пенсионеру. Мужчина признан виновным в убийстве сожительницы. Напомним, все произошло 14 мая. Пожилая пара из Саранска с приходом тепла переехала из города в родительский дом в Малой Ичалке. Между ними произошла ссора, причиной которой стали упреки женщины в адрес фигуранта. Разозлившись, мужчина нанес сожительнице несколько ударов. А затем взял тайно хранившееся охотничье ружье и выстрелил в 72-летнюю пенсионерку. Дробь попала в область шеи и груди женщины. От полученных травм она скончалась на месте. Стрелок позвонил родственникам погибшей, а они сообщили в полицию. Пенсионера задержали на месте преступления. Как пояснил мужчина, следователю женщина часто упрекала его в размере пенсии. В ходе следствия к статье убийства прибавился еще один криминальный эпизод. В доме осужденного полицейскими была обнаружена металлическая банка с бездымным порохом массой 199 грамм, которую несколько лет назад он обнаружил в сарае и незаконно хранил в кладовке. Вину по обоим преступлениям мужчина признал полностью. Решение суда дожидался в СИЗО. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Анастасия Есемушева, программа «Происшествия».